Всем доброе утро. Мы проснулись. Быстренько кофе и в храм. Сегодня служба. Идем все вместе. Коля у нас с утра спит. Видимо, вчера наработался и не реагирует на мои просьбы. Ходит, досыпает рано. Хотя я выспалась. Если ложиться в 12, я поняла, что можно выспаться нормально. Вполне. Да, у нас тут погром после выходных. Вот наш храм Саянский. Все вокруг зеленым становится, оживает. Вот и у нас в последнее время стали здесь просить милостыню. Да. Как-то часто. Мы уже давали много раз им, а они все равно теперь здесь стоят постоянно. Воистину воскресе. Ладно, будем заходить. Обратите внимание, что мы не имеем
видим сердце. Говорят, что мы видели Господа, Он воскрес. Он говорит, я не поверю. Не поверю до тех пор, пока я свои пальцы не вложу в ребра Его. Когда не вижу Его, как ран на гвоздей, рука, нога, не вложу пальцы в ребра, я не буду верить. И вот как раз сегодня Господь явился апостолу Фоме. Все были ученики сегодня, мы слышали за божественное, это божественное предвещение Евангелия. Все ученики Господа были собраны вместе, собраны вместе. И Господь, верим за творение, мы слышали, и через дверь просто вошел и И первому, кому обращается, говорит такие слова, мир вам. А потом говорит апостол, помог, подойди и положи свои пальцы в ребра мои. Посмотри, положи руки свои в ребра, я свои пальцы. И не будь неверен, но верен. А что апостол Фома восклицает? Ты Господь мой, и ты Бог мой. Неделя, а можно сказать, почему сегодня? Почему апостол Фома не увидел воскресшего Господа? А потому что он ушел и он был занят своими делами. У него не получилось. И какие-то непредвиденные обстоятельства мешали ему, когда были все апостолы в купе, вместе. Почему он не увидел? Потому что он был чем-то занят. Вот так и зачастую мы себя оправдываем. Да, почему именно вот это воскресенье? Потому что уже в следующей неделе все начнут заниматься своими делами. Огородами, картошку садить, коровы доить, какую-то еще делать и так далее и тому подобное. И оправдывая себя тем, что я уехал на дачу. Чем-то мне нужно заниматься. Нужно вспоминать сразу апостола Фому, если нас придет мысль не идти в воскресенье на службу. Вот мы все время могли молиться, а кто знает, когда Господь именно хочет явить нам эту божественную благодать? Никто не знает. Только один Бог. А может, как раз таки в это воскресенье, когда я пойду садить картошку, Он явил бы на меня свою милость. А я все эти годы просил и молился. Мы должны помнить, чтобы не мимо и шла одна чаша Господня. От этого это маленькая пасха. Каждая воскресенье маленькая пасха. И поэтому мы должны помнить, должны молиться к Богу и должны взывать Ему помощь. Но дальше Господь говорит очень хорошие слова. Зачастую говорим, вот я увидел один мудрец, говорит такие слова. Пришел монах, мудрец. Говорит, слушай, давай так, я тебе дам 1000 золотых. Если ты мне покажешь, где живет Бог. Она перекрестился и говорит, а давай по-другому. Давай я тебе дам 2000 золотых, если ты мне покажешь, где его нет. Потому что, мои дорогие, Господь везде сы и вся исполняет. Он везде есть, и Он везде слышит. И Он слышит наши стоны, Он слышит наши молитвы, наше воздыхание, наши какие-то недоумения внутренние. И Он нам поможет. Но для этого Господь говорит, что блаженные, не видевшие чудо и любовь, а веровавшие. Вот нам говорят, Иисус говорил, увижу, поверю. Мы говорим какое-то действие, неважно чего. Там благодатный огонь сходит. Мы говорим, увижу, поверю. Многие из нас так говорят. Господь нам говорит, поверишь, увидишь. Вот две разницы. Большущих разниц. Мы хотим всегда все и сразу. Мы должны взывать Богу на помощь. Мы Его не благодарим. Кто из нас благодарил Бога даже за сам факт рождения? Разве это не чудо? Это то чудо, что мы здесь.
я желаю каждому из нас, чтобы милосердный Господь всех нас укреплял, всем нам помогал, всем нам преподавал все то необходимое для нашего спасения. И чтобы мы не говорили никогда, мама не верующая, а чтобы мы говорили: Господи, помоги мне, верую, Господи, помоги моему неверию, Господи, помоги исправить мою жизнь. И будем помнить, что храм надо ходить не только в воскресенье перед Пасхой, не только после Пасхи, но и дальше. Особенно прошу вас сейчас всех, мои дорогие, наступает лето. Храм зачастую пустой. Все уезжаются. Давайте храм на дачу перевезем, наверное. Надо храм на дачу перевезти. Может, там на день Бога зачем. Вот, мои дорогие. Не надо. Не надо, мои дорогие. Если будем идти к Богу, Господь будет к нам. Как это то, что мы растем. А если мы будем в воскресенье работать и не приходить в храм, все по собственному. Толку не будет. Помидоры будут такие вот, как ищи. Поэтому так. И поэтому будем молиться, Господь все нам пошлет. Воскреси из мертвых, смертью смерть поправ, несущего в гробе живот даровав. Моя подруга. Воскреси из мертвых, смертью смерть поправ, несущего в гробе живот даровав. У нас закончилась служба. Смотрите, как удобно у нас в храме сделано. Давайте я подержу вам. Надо же. Здорово. Для инвалидов. А что, все по порядку? Давай, ты мама тоже решила. Мы решили все-таки подняться наверх и позвонить в колокола. Юля тут у нас оказалась. О, вот это квест. Теперь мы поняли. Коля, держи маму. А давайте сумку, наверное, нас оставим. Давайте сумку. Все. Да, это дотянусь и все. Так, все. Я просто. Поняла, почему мы не пошли. Так. А, даже. Ты же записываешь, да? Да. Коля, как он спускается? Я спущу тебя. Давай руку, давай. Мы будем прыгать на поле. Давай, Юля, сама? Нет, давай руку мне. Да ладно, вот стоп. Держи, держи, это, дай руку ему. Во, ого, здорово. Мы здесь. Да. Так, вот сюда. Сюда. О, здесь уже проще. А лифта нет? Ой-ой-ой. А я думаю, почему. Теперь я поняла, почему ты последний идешь. Юля, тут аккуратно иди. Тут осторожно головой. Ага. Вот что я должна удариться. Вот здесь выше. Ох, это ж какая работа. Залезть, а потом уже позвонить. Ой. Вот так вот. Так. Ой, какая красота. Мы залезли. Ой, какая красота здесь. Да. Вообще. О.
самый красивый кончик в городе. Да. Он у нас даже висит номера пожарных. Делать. У нас вчера девчонка приходила, играла. Говорит, я в Иркутске в колокола играю. Вот Здорово, да, если она играет. Педалька. Вот мы его слышим. Было, да, наверное, везде слышно. Да, мощный. Это что... не скучно. И вообще, когда звонит, везде слышно, мне кажется. Но у нас третий точно слышно. Да. То есть, третий вот, когда благую весть принесли, вот этот колокол, как бы, да, считается, значит? Или почему он так называется? Наверное. Наверное, звонил, может, так. Палец здесь, три здесь, и вот так вот. И оно как бы надо кистью вращать, но я кистью не вращаю. Какая красота у нас в храме. Мы только что оттуда вышли, звонили в колокола. Просто невероятные вообще ощущения. Как-то раз я уже в Иркутске, мы были в Спасской церкви, там тоже звонили в колокола в пасхальную неделю.
Это прям было что-то. Я надеюсь, вам тоже понравилось, понаслаждались. Мы сейчас едем с моей подругой к ней на дачу за кустиками, которые она для нас приготовила, но, к сожалению, забыла забрать. Как вы поняли, мы с ней встретились прямо там, в церкви. Они тоже с мамой пришли на службу. Вот. Так что поедем сегодня домой вместе. Еще заберем по дороге кого? Артемку. Артемку заберем. Он с нами назад поедет. Он уже в зиме, бабушке. Угу. Забьем его и поехали. Что, мы приехали к моей подруге на дачу. Такое здесь садоводство. Узенько так. Ну слушай, это не узенько еще. Нормально. Да, это еще широко. О, заборчик. О, дачка. Это соседи, я так понимаю. А вот это да. А вот это дачка. Ой, прикольно. Все так же. Кладовка где? Кладовка где? Юля, ой, Коля, какая кладовка? Смотри, у них прям так вот все стоит, никто ничего не ворует. Ну вот, смотри, газетка есть там. В газетке завернем тогда. У нас бы все уже утащили там. Вариант, вариант. Ой, как здорово. Свежий воздух. Слушай, а грядочки такие же, Юля. Такие же узкие, длинные, да. Я помню, в детстве мы приезжали. Да, молодец. Какие аккуратненькие она сделала, смотрите. Ну, парничок, так домик у них тут маленький. Классно. Как здесь дышится. Вид, конечно, вообще шикарный. Лес, дача. И воздух у вас какой-то другой здесь, вот. Черногоры рядом. Вот, ну, вот видимо, из-за гор, да. Потому что у нас-то вообще не такой на даче. У нас как-то вот, ну, дача, не так пахнет. А здесь прям свежий, очень свежий воздух. Давай у нас побольше. Тут пицца вкусная. Нормальная тарелочка, просто одну на одну. Где-то моя тарелочка была. Коль, сложи одну на одну. У нее края вот так вот будут свисать и сломать. Почему свисать? Ты вот так вот раздели, вот так, на кусочки. И положи. А, еще меньше? Конечно. Это ты так привык резать огроменскими кусками. Такими надо есть. А я маленькими привыкла. Вот. Видишь, как аккуратно и кушается аккуратно. Пополам. Пополам что-то она. Там плохо ты что-то разделил? Нормально все. Ладно. Ну что, теперь мы идем садить наши кусты. Трудовые выходные продолжаются. Так. Коля там уже выкопал ямки. Я несу золу, несу ниточки, чтобы вот так же их натянуть. И кустики наши никуда от ветра не упали. Золы немного. Все, что успели натопить за эти дни. Так что сильно не бубу. Да не бубу, я не бубу. А кто тебя ж знает, бубу ты или не бубу? Да не бубу, я не бубу. Варюшка гуляет там на заднем фоне. Ты сейчас раздели на все вот эту золу. Да, что-то... Золу-то ясно, понятно. Ну. Землю надо будет. Ну. Подсыпаем чернозема. Вот так. Без него никуда, без зёмы. Угу. Черного. А вы землю уже, да? Да. Так, кустик, давай. Вот такая вот сливка у нас будет. Что, бумаги положим? Не надо. Пусть удобрение будет. Не надо. А пусть будет. Не надо никакую бумагу, я говорю. Целлюлоза. Что ты придумал-то? Это же дерево. Ну, оставь, бумага пригодится баню топить. Она мокрая. Она высохнет на солнце. Придумал всякую ерунду. Она будет доп. Вещества. Минеральное удобрение. Коля, с тобой все хорошо? Да. Смотрите, что он делает. Это просто вообще. Первый раз вижу, чтобы газету клали к растениям. У него хоть что положи, он скажет, это полезно. Ой, засыпал. Слива, я надеюсь, ты выживешь. Куда ей деваться-то? Слива, держись, я с тобой. Дачница Алина сейчас покажет вам наши посаженные кустики. Они. Да, будущий сад.
Сейчас покажу. Мама там. Что мама делает? Мама опять землю собирает. Коля там городит у нас забор. А я пойду покажу вам, что у нас получилось. Вот так выглядит наш сад. Те кусти, которые мы уже посадили, сидят. Здесь мы закрыли бедный барбарис, чтобы он сохранился у нас. А то он начал там уже на мороз действовать ночью, на морозец. И вот наши новые кустики. Это слива, которую мы сегодня посадили. Раз, два и вон там три. Калина сидит. Вот. И новенькие кустики наши. Так что, дай бог, сад у нас получится. Мы еще хотим сюда травку засадить, газон. С Колей сегодня обсудили, что купим траву однородную такую и засадим, пока тут другое не полезло. Ну, хотя другое тут все равно полезет. Я говорю про этот, про пырей, про осот, который здесь обычно. Ну, мы попробуем его опередить хотя бы и что-нибудь сделать с этим. Полила грядочки вот здесь. Свекла у нас тут. Вот, мама еще туплицу полила. И городили сейчас вход. У нас тут в деревне собак воруют. Прямо с цепью уводят. Я вот так переживаю за нашего пса. Да? Любимый мой песик. Хороший мой. Облизывает меня. И мы вот здесь вот пока у нас ворота делали, вот здесь не успели еще загородить, пока вот старый штакетник поставили. Хотя бы так прибили. Здесь мы так подперли все. Хотя бы пока так, ну, потому что так вообще все открыто. Перелазь через этот и все. Ай, вот что за люди, не люди, да, скажите? Как можно есть себе подобных? Вот как? Все мы живые, все мы существа, рожденные, да, по единому принципу, Богом подаренные на эту землю, и как можно есть собак, этих вот самых лучших друзей человека. Здесь уже несколько случаев в деревне тетя и дядя мне рассказывали, и мне как-то прям, знаете, страшно стало. Ну, хотя я верю и надеюсь, что все будет хорошо, я надеюсь, нас это не коснется, и вообще я надеюсь, что нашего пса сохранит, да, Господь, но на всякий случай, конечно, меры надо принимать какие-то. Поэтому мы решили закрыть. Да? Да? Где ты меня нюхаешь? Варей пахну, да? Я Варей пахну. Ты мой хорош. Возле меня крутится. Покушал. Мяско, скажи, одну съел, да? И все, скажи. Остальное все оставил. Только мяско съел. Он у нас деловой. Одно мяско жует теперь. Да? Надо водички ему налить, а то Коля там пока передвигал, всю водичку ему пролил. Решил передвинуть такие. А ты хочешь такие убрать оттуда? Но давай-то вместе уберем. Куда? Я здесь-то хочу продолжить. Здесь, да. То и не мешаются эти всякие доски, столбы. Сейчас посмотрим там. А если затеплиться с той стороны? А там угол захламится иначе. Вот это тоже старье все распилить ждем. Все это распилить, разобрать. Да, Варвара? Мы уже собрались уезжать. Приехали домой, покушали, перекусили. И уже вышли. Мама нас провожает. Вот. Варвара здесь уже ждет. Двор наш, там ребятишки играют. Они куда-то залезли, мама говорит. Что-то они там смотрят. Сейчас Юля должна прийти. Моя подруга там живет. Сейчас придет, вместе поедем. Да, Варвара? Сейчас мы их потихонечку заснимем. Вон они стоят. Ничего. Потихоньку, говорю, засниму вас. Маму и тебя. Что, петушку тебе помогать? Коля, поставь петушки уже и успокойся. Ну, растрясутся. А, да? Ну, тогда, конечно, давай в ноги. Ну, конечно, конечно. Только там в... Да, нормально, мы там... Давай, я открою. Идет, да, идет, выходит. И что, и как мы поедем? Вот так? Вот так и поедем. Тогда мою сумочку надо куда-то убирать. Ну, так, естественно. Кого?
А, ну-ну-ну. Хорошо, завезем его. Варя, тихо, нельзя так. Пока-пока. Пока-пока. Беги. Варя. Варя решила занять место. Да. Она ругается на тебя, Артём. Хватит уже, иди к нам. Да, все, уговорили. Залазь, Варюш. Залазь, Варечка. Смотри, что он сдавил. Хорош мальчик. Она же удивилась, смотри. Ты что, мне уступаешь? Иди сюда, иди. Залазь. Мало места. Это была плохая идея. Вот люди всей толпой кушаем пиццу, смотрите, а кое-кто противится. Я очень противлюсь, что мне еще? Полный ртом такой красивый. Можно мне еще? Да, еще? Да. Ну тогда 5 минут съемки еще. Да, чувствую, тут целый такой, да, это, салфетки упали. Да ладно, пусть валяют. Пицца очень вкусная. Да. Это мама будет смотреть, так что ты можешь ей сказать. Очень вкусная пицца. Спасибо большое. Да. Я тоже съем. Мы сейчас живем. Да, мы все живем. Берем пищу на скорости, залезть, мача. И парень не дает. А Варя просит. Мой девочка. Я уже покормила, сейчас еще дам. Так это не твой? А, нет, бери. Он не начатый. Его не дали. Все, из-под тишка, да? Наш план сдаешь, да? Ты что меня палишь? Мы тут травим байки. Красавчик. Кто здесь, да? Как будто нас снимают, да? Алина, верни нас. Пожалуйста. Ого, вот хоть кто-то плюс нашел. Давайте я сейчас тоже плюс нет. Ты, пожалуйста, рули. Тут прыщики подавить. Оля, у тебя это прыщики. Где там посмотреть-то потом все может? Да. Можно. За деньги ждем его. Заходи. Впереди сверкал пламенный свет. Эй! Всем добрый вечер. Как вы поняли, мы уже приехали домой. Алина там монтирует видосик для вас. Я валяюсь уже, засыпаю. Всех развезли по домам. Помылись, но не поврились. Все уже, короче, вырубает меня. Будем ложиться спать. Так что желаем вам всем чего. Спокойной ночи и хороших друзей, как мы сегодня доехали. Да. Всем вам хороших друзей, добрых, счастливых. Радуйтесь, встречайтесь. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Я за всех сегодня. Да. Пока.